Всем привет! Вы на канале Fox Tales, с вами Катерина, и новый хоррор называется I Saw Black Clouds, я видел черные облака. Я заглянула одним глазком в игру, она, знаете, какая интерактивная, кинематографичная, здесь настоящие актеры. Мы будем делать выбор, и, наверное, от этого будет зависеть вся игра. Посмотрим вместе, давайте посмотрим вместе. Окей, все заново, все интересно. Предупреждение, сцены изображения насилия, самоубийства, психика у всех стабильная. Стабильно. Если не стабильно, пожалуйста, устабилизируйте ее, и тогда все будет хорошо. Это, наверное, название компании, которые делали игру. В двух словах, мы здесь играем за героиню, у которой подруга покончила с собой, и мы будем расследовать. Расслабься. Ты в безопасности. Вот эти облака совсем не помогают расслабляться. Не знаю, как вам, мне вот не очень. Наоборот, нагнетают. I'm sorry. Прости. Но я должна уйти. Не иди за мной. Туда, куда иду я. Я не хочу, чтобы ты шла туда, где была я. Или видела то, что видела я. Я знаю, что покинула тебя. Может быть, однажды мы сможем быть вместе снова. Но пока... Прости. Однако, невеселое начало. Вашингтон Ирвинг однажды написал: «Слезы священны. Они не признак слабости, а силы. Они говорят красноречивее, чем 10 тысяч языков. Они посланцы огромного горя. Сегодня мы оплакиваем Эмили. Мы скорбим мою жизнь, которая закончилась слишком рано. Мы жалеем о несказанном. О том, что могли сказать. Но у нас не было возможности попрощаться. Очень быстро идет текст, и нужно еще делать выбор. Я не знаю, можно ли как-то замедлить скорость. Надо посмотреть в настройках. Она звонила тебе? Нет. А тебе? Нет. Когда ты последний раз с ней говорила? Блин, очень быстро выбирать надо. Несколько месяцев назад. Время летит так быстро. Я знаю. Я думаю, наверное, здесь ничего нельзя поменять. И нам специально дают так мало времени для выбора. Ну, наверное, чтобы поинтереснее смотрелось. А это, по-моему, мать, да, которая плакала. Ты думаешь, она винит нас? Думаю, нет. А сфига ли винить нас? Нет, конечно, нет. Зачем это ей? А что нас винить, правда? Мы же ничего не делали. Я вообще живу за 37 лет, нет, получается. Я так сожалею о вашей утрате. Мы сожалеем. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Я уверен, что это многое значило бы для Эмили. Она была нам очень дорога. Да.
Кристина, ты не могла бы мне кое-что сделать для меня? А... Не очень хорошо написан текст переведен. Конечно, подвеска, которую носила Эмили, когда-то она была у меня. Я хотел убедиться, что она не пропала, но я не могу возвращаться туда. Конечно. И я подумала, я заберу ее, не беспокойтесь. Спасибо тебе. Так, секундочку. В настройки зайду, очень быстрый текст, очень быстро говорит, субтитры. А ничего нельзя тут сделать, да? Высокая контрастность субтитров, режим отображения, разрешение. Нет, ничего нельзя. Ладно. Продолжаем. Это, наверное, мы пришли в дом Эмили, я так предполагаю. Что ты там увидела? А, это кладовка! Стопудово, это кладовка, где она повесилась. Хорошая комната, да? Красивый интерьер. Что с ней произошло, что она с собой покончила? Вообще странный выбор вешать. Будет такую делать, веревку такую найти. Найти ожерелье, конечно, мы за этим и пришли. Давай искать его. Это не похоже на ожерелье. Ну да, наверное, это оно. Я думаю, мы его нашли. Обернуть ожерелье. Куда обернуть? Давай обернем. Подожди, что значит обернуть? А, ну в сумочку убрать. В сумочку убрали, это хорошо. Забираем. Забираем, уходим. Ну да, это же хоррор. А чё такая реакция у героини? Она не видела, что ее рука схватила, она просто почувствовала что-то. А это дневник. Это стопудово дневник или блокнот, или что-то еще подобное. Вообще ни капли страха. Я бы уже бы на скачках упрыгала отсюда. Призрак нам что-то хочет сказать, раз подкинул этот дневник, да, раз указал на него. Но это логично. 18 мая. После закрытия клиники я буду проходить лечение у одного из врачей индивидуально. Ее зовут Доминик. Она проводит сеансы у себя дома в городе. Я рада, что ухожу отсюда. Это страшное место. И мне очень жаль некоторых пациентов. В школе мне сказали, чтобы я не спешила и полностью восстановилась. Но я им не верю. Я не могу позволить себе потерять эту работу. Я притворяюсь, что я лучше, чем есть на самом деле. Я не могу избавиться от этого чувства, что меня преследуют тени. Я чувствую себя в опасности, как будто жизнь подходит к концу. Я говорю всем, что у меня все в порядке. Но когда я закрываю глаза, надо мной сгущаются черные тучи. Что еще такое? О, а шкаф открыт, прикиньте. А он был закрыт. Уходи. Где выбор уйти? Она молодец, она без этого сделала. Все правильно. Не, пока все классно, пока все хорошо. У меня так пусто на душе. Сколько мне еще носить эту маску? Блин, был бы русский перевод. Прикиньте, насколько классно было бы, да, вот это погружение. То есть текст читать очень быстро, очень. Приходится. А вот если бы перевод... Ой, шикарно. Было бы идеально. 21 мая.
Мне так страшно. Я кое-что узнала о девушке, которая пропала из клиники. Я не хочу верить в это. Я не могу писать об этом. А кто это? Да вроде не наша подруга. Это, наверное, та девушка, которая пропала. Да, точно, я думаю, это она. А давай посмотрим на фото поближе. А чего мы не смотрим на фото? Пойти на пробежку, пойти выпить. Утро, какое бухать? Пойти бегать. А что я не пойму, я же выбрала вроде посмотреть на фото. Ну ладно. А, немного непонятно. Вроде бы выбрала одно, а героиня вообще ни хрена ничего не сделала. Держать в себе, выпустить наружу. Ну держи в себе, что ты в себе держи. А, эмоции держать в себе. Ну, вообще-то, конечно, надо их выпускать наружу. Прореветься, проораться. Ну, может, и пробухаться, как там уж пойдет. Но она держит. Ты же держишь их в себе. Идем, давай читать дневник. 29 мая. Меня окружает темнота. Я никому не могу говорить об этом. Я даже не знаю, что сказать. Мне нужно остерегаться людей. Мне кажется, что за мной следят. А мне кажется, что мне надо получше читать, блин. В общем, ну пока понятно, мы нашли дневник, я думаю, мы будем его читать и будем узнавать что-то новое про нашу подругу, да? Что ее толкнуло на самоубийство, это очень странный поступок, ну либо она была в депрессии, раз она лежала в клинике, согласись. Просто так счастливый человек с собой не покончит. А может, она чем-то болела, может, затяжная депрессия была, может, что-то случилось. И странно, что она никому не обратилась за помощью. Вообще, в таких ситуациях, конечно, нужно же кому-то обращаться. Вот это вот все. Только не говори, что ты уезжаешь завтра. Я не могу здесь находиться. Мне нужно вернуться. Ну, хватит тебе. Мы же 100 лет не виделись. А, ну, ладно, давай останемся. Почему бы нет? Ладно, продлю квартиру еще на пару дней. Но ничего не буду обещать. Супер. Я знала, что ты останешься. Я хочу повспоминать Эмили вместе. А что ее вспоминать? Ну, мы и так в травме. Эмили. Может быть, конечно, надо проговориться, выговориться, пообсуждать. Но все по-разному справляются с горем. Наша героиня явно фигова. Она не выглядит особенно счастливой. А это не эта девушка, которая пела на похоронах? По-моему, она, да? Хорошо поет. А, по-моему, это ночь. Слишком темно, да? Как мне кажется. Стук был, подожди, секунду слушать. Да, серьезно, стучаться. А куда стучаться? В дверь стучаться или из шкафа стучаться? Если из шкафа стучаться, прячется под одеялко. А не, нифига себе, долбится. А ну давай встанем, а что лежать? Ну мы же взрослые, мы же не маленькие. Со страхами встречаемся лицом к лицу. А может, это подруга? Открыть дверь, вернуться в кровать. Давай дверь открывай нафиг. Нет, давай смотреть, что там. Во-первых, интересно посмотреть, что там. А во-вторых, опять же, мы взрослые, умные люди. Свет включи. Включи свет.
Да ты кто там? Ни хрена себе. Прикольно. Беги! Дверь закрой, дверь закрой! Дверь закрой! Закрой дверь! Ты чё? Закрывай дверь! Ну или так. А, звонок, отвечай. А вдруг это наша подруга? Вдруг это наша подруга светленькая, которая хочет с нами поговорить, нас спасти. А в любом случае, такое увидишь, надо с кем-то об этом поговорить. Кристина? Кристина? Эмили? Мне так жаль. Эмили, что произошло? Это правда, что больше нет? Кто здесь? Кто там? Это типа наша мертвая подруга нам звонила. Охренеть. Лучше бы я не отвечала. А вот сейчас она выглядит испуганной. Я бы тоже испугалась. Вообще бы обосралась от страха. А куда? А мы пришли куда-то? А куда мы пришли? Я ждала не вас. Меня зовут Кристина. Ну, конечно. Почему бы вам не зайти? А, знаете, это кто? Это, наверное, этот психиатр. Ну, мне кажется, наверное, психиатр. А почему нет? Про нее же упоминал, правда? В дневнике же про нее писали. Да, слушайте, обстановка прям... Не, ну, он бухла до хрена. Давайте начнем с того, почему вы здесь. А, подожди, мы про смерть Эмили хотим спросить. Недавно умерла моя подруга, Эмили. Да, я слышала об этом. Мне очень жаль, что вам пришлось пережить такое. Должно быть, вас это очень беспокоит. Она упоминала вас в своем дневнике. Не сомневаюсь, я убедила ее начать вести дневник лечения. Да если ты ее хреново-то лечила, я тебе скажу. Я думала, может быть, у вас есть идеи насчет того, почему она могла покончить с собой? Прошу прощения, но наши беседы защищены соглашением о конфиденциальности. Я правда ничем не могу вам помочь. Может быть, нам лучше поговорить о том, что вы чувствуете в связи с этим? А может, я пришла к тебе не на прием, не надо. Вы можете рассказать мне о том, что вас беспокоит? Нет, ни хрена, не надо. Она нашей подруге не помогла. Нет, так нет. Будет лучше, если вы расслабитесь. Я тебе сказала, я не хочу. Что? Закройте глаза и внимательно слушайте мой голос. Не надо. Я вообще психиатрам не доверяю. Ну, будет вам, Кристина, вы должны доверять мне. Она такая борзая. А разве так психиатр работает? Да она над нами доминирует. Перенеситесь в глубину своего сознания. Самую глубь. Подумайте о спокойном, безопасном месте. Представьте, что вы там сейчас. Пещера охрененно безопасная. Пошли в лес, вы чё? Кто в пещерах себя в безопасности чувствует? Спелеологи только, а я не спелеолог. Я бы там от ужаса кончилась бы. Ну, вот здесь получше. А лес светло, нормально. Всё-таки этой нету, которая надо мной давлеет. Идти направо, идти налево. Право, лево, я путаю. Пошли направо. А она повернула направо, да? О, олень! Клёво! Слушайте, оленя записали. Подожди, звук как будто слева идет. Ой, я псих, что ли, идти на рычание неизвестно кого?
что-то как-то стало мрачно. Отлично, Кристина. Чем глубже вы заходите в лес, тем глубже вы погружаетесь в себя. Эмили, я смотрю в зеркало и ненавижу себя. Я чувствую отвращение. О, наша подруга мертвая говорит у нас в голове. Что напугало вас недавно? Призраком? А зачем я сказала? Я не доверяю ей. Я видела призрака. Вы верите в призраков? Не знаю. А зависит от контекста. Раньше никогда. Теперь не уверена. Сомневаться неплохо. В конце концов, это всего лишь плод нашего воображения. Выражение наших переживаний. А как я тогда могла видеть? И вины. Тогда почему я видела его? Наше сознание дает нам видеть то, что хочет. Вы верите в жизнь после смерти? А то, иначе все было бессмысленно. Да. Вы считаете, что нужно продолжать, когда все кажется безнадежным? Ну а то. Вообще сдаваться нельзя. Сегодня темно, завтра светло, все будет хорошо. Да. Расскажите мне о своих отношениях с родителями. Куда ты туда полезла? Я люблю их. Не будем их ненавидеть и убивать сразу. Мы будем их любить. А мы их не любим. Она молчит. Она не сказала, что... Извините, мне нужно ответить. Это плановый звонок от клиента. Пожалуйста, подождите здесь. Я скоро вернусь. Заметьте, героиня не сказала, что любит своих родителей. Я не знаю, может, это, конечно, не влияет, но... Вот эта вот батарея алкомаркета меня смущает. И картины вот эти страшные. И вообще она очень страшный психотерапевт. Может, конечно, так и надо работать. В каких-то моментах подталкивать людей, ну, надо поаккуратнее. Ты меня первый раз видишь. А я вообще-то утрату пережила. Ты на меня давишь. Мне кажется, так нельзя поступать. Следить, заглянуть в прихожую. Давай заглянем в прихожую. Что тут написано? Нифига не видно. Я бы тоже пошла, может, обыскивать дом. А мало ли, она у меня под подозрением. А, что-то сверху... А что это упало? Листок, по-моему, какой-то. Да, листок упал. Клякса. А, это тесты Роршаха, да? Это когда кого ты видишь, бабочку или труп? Кристина, сюда. Опять наша подруга мертвая. Нифига себе. Слушайте, ну если вы уж так часто видите призраков, то это уже неспроста. Если вы раньше головушки-то были здоровы, а потом такая началась фигня, то... А почему нет? Может, и правда призраки существуют. Она пытается сказать, помочь мы ей должны. Что сразу себя вот в психованных записывает? Иди сюда. Он неплохо так живет, психиатр, да? Дом такой огромный. А-а-а, призрак. Сюда, Кристина. На самом деле, я бы не знаю, пошла бы я или нет. Но, наверное, пошла бы, да? Почему нет? Надо же разбираться во всем.
сюда. Ой, блин. Загримировали актрису жутковато. Ты, а вообще, а что у нее за реакция? Она ее не видит, только я вижу. Вы же видели призрака? Я видела призрака, и вы видели призрака. Она тоже видела, но вы похрен. Типа, ты каждый день их видишь? Иди сюда. Сейчас что-то будет. Сейчас стопудово выпрыгнет какая-нибудь. Да, точно, вот выпрыгнет. Сюда. Куда ж сюда-то? Вот это... карта памяти, да, это, по-моему? Да, по-моему, карта памяти. Беги, наконец-то, испуг! Слушайте, ну если призрак вам передает материальные предметы, прикиньте? Ну это явно не глюки. Прошу прощения, я хотела найти туалет. Ну конечно, я должна была показать вам. О чем я только думала? А что-то она недовольна, смотрите, вещи нам отдают. А что ты сразу недовольна? Спасибо. А ну да, кто был бы доволен, да, если кто-то по твоему дому шарохается? Спасибо за помощь. Для вас это только начало. Надеюсь, что мы увидимся снова, не надейся. Вы интересная девушка, Кристина. Будет очень жаль, если вас ранит эта ситуация. Если вы хотите узнать больше о своей подруге и ее лечении, обратитесь к Александру. Он много работал в клинике, потому что сам стал врачом. Я дам вам его адрес. В тексте есть ошибки. Короче, пока мозги это начинают переваривать, буковки, время теряется. К Александру мы пойдем, наверное. А, не пойдем к Александру. Мы посмотрим, что на карте. Ну, правильно, это логично. Пароль. Я надеюсь, мне не надо будет угадывать пароль. Не угадали пароль. Наверное, все-таки потом нам надо будет методом тыка его как-то подбирать. А мы слышим его? Не знаю, давай оглянемся. Я-то вижу его, она может его не слышит. Ну, мы оглянемся. А что ты прячешься? Он я гребаный. Вот если так за мной кто-то будет красться, я прям сразу буду биться. Он прям прячется, она его не видит, получается. Ну да, она его не видит. Спрятаться, посмотри. Давай еще назад глянем, а вдруг он спалится. А чем? Где тут прятаться за деревьями? Мы же не такие дебилы, как он. Не увидали. Ну вот этот взгляд, знаете, всегда чувствуешь на себе, когда на тебя кто-то смотрит. А, она спряталась. Так я ж не выбирала это. Шибани его с сумкой по башке. Меня ищешь? Давай вызов сейчас. Нет. No. Ага, конечно. Мне показалось, что ты... Что тебе нужно? Я... Эмили была моей подругой. Как тебя зовут? Как зовут меня? Меня зовут Джек. Джек. Ага, 10 раз. Джек? Она никогда не говорила о Джеке. Мы дружили в клинике. А, ну понятно. А почему ты не сказал? Ну понятно, почему за нами так следил. Спасибо. Спасибо за чаек. Пей, успокаивайся, ромашечный чай ему, пожалуйста, подайте. Так откуда ты знал Эмили? Мы впервые познакомились в клинике. До этого мы никогда не виделись. Она была такой теплой.
Никогда никого не осуждала, я знаю. Давай спросим про смерть, естественно. Я все пытаюсь понять, зачем она. О, я не думаю, что она убила себя сама. В смысле, ты не думаешь? Почему? Мне кажется, что она не стала бы этого делать. Нет. Мне кажется, что ее убили. Посмотри на карту. Разными точками отмечены девушки, которые пропали в этом районе за последние 15 лет. Да, Эмили ж не пропадала. Джек, не все, кто пропадает, в итоге умирает. И Эмили не пропадала. Согласен, но всех этих девушек кое-что объединяет. Я знаю. Посмотри на этот рисунок. Это круги. И посмотри, что находится в центре. Это мы, прямо в центре. Что бы это ни было, оно ведет охоту из деревни. Так, а что еще ты нам хочешь сказать? Нет, сейчас мы весь его бред послушаем, а потом сделаем выводы. У тебя есть что-то еще? Да. Говорят, что в лесах видели человека в маске, который преследует девушек в лесу по ночам. Блин, ну и серьезно, он же псих, что же говорить глупо? Ну, пожалеть его. Хотя, знаете, мы призраков видим, мы тоже не совсем нормальные, некоторые бы сказали. Спасибо. Дай мне знать. Если захочешь поговорить о том, что произошло на самом деле, хорошо? Джек! Я ее не понимаю! Ну он псих, не псих! Подруга у тебя тоже не совсем здорова была, ну поболтай ты с ним, расспроси его! Наверное, мы на работе, да? Если ты снова будешь так себя вести, тебя отстранят от занятий. Я здесь ни при чем. Я не понимаю, почему вы постоянно отчитываете меня. Я больше не хочу видеть тебя. Где еще раз? Я очень на тебя рассержусь. Мы на работе у Эмили. Вот урод. Придурок. А, снова ко мне девушки. Директор? Уильям, пожалуйста. Я думаю, мы на работе у Эмили. Она же в школе работала. Я правильно понял, что вы хотите поговорить об Эмили? Надеюсь, вы понимаете, что это стало настоящим шоком для нас. Да, совершенно неожиданно. Ужасное потрясение для школы. И всех учеников из класса Эмили. Ну, пусть баба скажет тоже слово свое. Она говорила или вела себя как-то необычно перед смертью? Все как всегда. Когда у нее были приступы, она всегда брала выходной, безусловно. Но такой риск есть всегда, когда берешь на работу человека с проблемами. С ней было столько проблем. Почему вы держали ее? Ее очень любили ученики, и она была очень хорошим учителем. Дети любили ее. Уволи я ее, когда она легла на лечение, поднялась бы шумиха. Не похоже, что вы сильно обеспокоены самоубийством своей сотрудницы. Я директор школы, а не психолог. Где же были вы? Вы ведь дружили. Думаю, что в нас говорят эмоции. Наверное, нам пора идти. Ну и урод. Не понимаю, как Эмили могла мириться с таким человеком. Наверное, у нее не было выбора. Она же не могла найти работу вдали от дома. Наверное, для Эмили эта работа была настоящим адом. Боже, я ненавижу такое. Это просто отвратительно. Ха, каковы шансы, а?
Шарлот? Чему ты улыбишься? Я. Да. В смысле, да. Короче, я директора не осуждаю. Уж извините меня, пожалуйста. Ну, сотрудники с сотрудниками с самоубийством покончили, а он-то за что в ответе? Кукушечка стартанула, а он что, отвечает, держал ее, не увольнял. Вообще-то тоже, с одной стороны, мужик неплохой. Вы, кукушечки, где-то там были, подругу не поддерживали. А он, значит, должен перед ней был плясать. Он дал ей работу, он давал ей выходные, лечение, все такое. Ну, а чего на него наехал, я не понимаю, если честно. А это мы, наверное, к Александру пришли. Ну, следующий у нас должен быть, да, по описанию, по ходу игры Александр. Здравствуйте, Александр. Да, что вам нужно? Сегодня я встречалась с вашей коллегой Доминик. Она упоминала, что вы работали в клинике. Я надеялась, что смогу задать вам несколько вопросов. Конечно, заходите. Спасибо. Это моя подруга Эмили. Недавно она скончалась. Да, я работал в клинике, когда ваша подруга лежала там. Но исключительно в качестве советника. Я не могу прокомментировать ее лечение. Почему клиника закрылась? Серия исчезновений пациентов. Кто-то, к сожалению, покончил с собой. Я нашла это фото среди вещей моей подруги. Вы ее узнаете? Нет. Нет, понятия не имею, кто это. Извините. Было очень приятно пообщаться с вами. Надеюсь, что мы встретимся снова. Мой круг общения сильно уменьшился после смерти жены. Симпатизировать — это, наверное, выразить сочувствие. О, сожалею. Все в порядке. Прошло уже много лет. Она умерла от унаследованного заболевания. Остается только надеяться, что однажды медицина сделает прорыв в этом направлении. В любом случае, было приятно познакомиться. Что-то как-то не очень мы у него узнали, если честно. Он нас сразу выпроводил. Я думала, побольше... Вообще, хотелось бы больше вопросов задавать. А у нас или мы можем выбрать одно, или можем выбрать другое. И нам полностью не показывается картина. Ну ладно, наверное, это приведет к какой-то интересной концовке. Мы в клинике. Hello? Привет. Anybody ну, похоже here? На заброшенную клинику. Тут кто-нибудь есть? Их незаброшенные клиники выглядят лучше, чем наши незаброшенные. Уж простите меня, пожалуйста. А что она хочет здесь найти? Типа архива, наверное? Или кого-нибудь, кто нам подскажет про нашу подругу и про фотку? Наверное, если эта фотка есть в дневнике, значит, эта девушка важна. Может быть, она ключ к разгадке самоубийства нашей подруги. Идти налево, идти направо, прямо. А я в душе не чаю. Пошли налево. Шароебиться по заброшенной больнице — такое себе удовольствие. Если на первом этаже никого нет, где гарантия, что кто-то есть наверху? Все кабинеты заброшены. Никого нету.
Левая дверь, правая дверь. Право, лево, давай право. Очень большая больница. Я... Что она пытается найти вот таким способом, ходя туда-сюда, туда-сюда. Есть такой списочек в больнице, знаете, висит внизу там. Кабинет такой-то, тот-то врач. И вот так постепенно. Если ты хочешь найти какую-то конкретную комнату, тот же архив, можно было прочитать. А вот так я хожу направо и налево, я понимаю, что, наверное, пойди направо, там встречу одного, пойди налево, может быть, другого. Ну, давай, и давай еще походим чуть-чуть, давай. Раз уж мы пришли, можно еще чуть-чуть походить. Это чердак, наверное, лестница, да. Опа-на. Не, ну в старых больницах, тут в живых больницах нормально все стучит, гремит и квакает. А тут, а что она так сразу испугалась? Не, ну понятно, атмосфера-то давит. Это типа такой молоток. Прикольный, кстати. А что сразу пугается? Ну то есть она же пришла сюда с кем-то поговорить. Вот тебе мужчина, поговори с ним. Спроси, что тебе нужно, не высовываться, а смотреть. Давай смотреть. Я вообще не думаю, что это маньяк. Ну и на сторожа, если честно, он не похож. А он в маске, прикиньте. А теперь мы драпаем, да, а теперь мы испуганно драпаем. Пожалуйста, пожалуйста, нет. А? Яшечки, простите, меня убили. Ты предала меня, Кристина. Я буду ждать. Я что, прям все, сдохла? А типа я продула? Да, прикиньте, я продула. Не, ну на это, ну по сути это как бы концовочка такая. То есть, а это же хорошо получилось, что вы переживаете? Вы увидели одну концовку, что здесь можно умереть. То есть вот такой конец есть. Ну ладно, мы теперь, я не думала, что это маньяк. Серьезно, всех говорил про маньяк. Маски не видно было, если что, так на минуточку. Ну бегает, идет мужик с молотком, может он рабочий. Не высовываться теперь, давай не высовываться. Вот если что, меня бы в жизни бы вот уже грохнули. А если что, я бы в жизни бы не поперлась бы в заброшенную больницу одна. У меня есть мозги на месте немножечко, они работают. Я вижу призрак, я еще буду шароебиться по заброшенной больнице. Вали уже давай отсюда тогда. Только аккуратно, аккуратненько. Странно, что здесь опять же ходил этот маньяк. Но это хорошо, мы теперь узнали, что он существует. А мы с вами знаем, что он реально маньяк. Она-то еще особо не догадывается, маньяк он или нет. А, что ты развернулся? А я сейчас опять буду помирать. Стопудов, направо, налево я... А, ну, вроде бы она сама выбежала. А я не знаю, пошли налево. Вот, я правильно вышла. Молодец. Я прям как почувствовала. Какой грязюка. Эй, что вы здесь делаете? Отстаньте от меня. Человек, вам нельзя здесь находиться. Это закрытая территория. Там был кто-то, они следили за мной. В этом месте всегда полно уродов. Там чертовски опасно. Нет, это что-то другое. Кто-то стоял у меня за спиной. Я клянусь. Ну, сейчас там никого нет.
Почему вы разгуливали там? Моя подруга была пациенткой этой больницы. Я хотела сама посмотреть на нее. Это вряд ли. Эта больница закрыта уже больше 20 лет. Нет, она лежала здесь пару лет назад. Всю больницу перевели куда-то в другое место. Ни хрена себе, вот это новости, да? Короче, значит, у нас подружечка-то не лежала в этой больнице. Ну, предположим, что я поверила тебе про человека в маске. Ты видела его? Я же говорил, что он настоящий. Давай, что еще ты знаешь, расскажи мне. Я уже померла от него. Что еще ты о нем знаешь? Я знаю, что одна девушка пережила его нападение. Что с ней случилось? Он вырубил ее и пытался вколоть что-то в шею. Где это произошло? В милях в 15 отсюда. Да, ее семья жила в палатке в лесу. В палатке в лесу? Однажды ночью она увидела человека в маске. Он был в кустах. Она, естественно, рассказала все родителям, но они решили, что она выдумывает. Это был единственный случай? Через два года человека в маске видели снова. Он фотографировал девушку в парке. Милях 8 отсюда. Вы хорошо знаете Доминик из клиники? Не особо, что? Так, ребятушки, стоп. Я не знаю, сколько еще будет длиться игра. Мы уже успели умереть. На этом пока все. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Мне кажется, игра интересная. Надеюсь, вам тоже понравилось. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Встретимся в следующей серии. Всем пока-пока.